Каролина в стране кошмаров. Ух ты! Что ты тут делаешь среди ночи? Ты пришла как раз к ужину, моя девочка. Вы не моя мама. У моей мамы глаза не... Пуговки? Понравились. Я твоя другая мама, глупышка. А теперь скажи другому папе, что ужин готов. Ну, ступай. Он у себя в кабинете. Добро пожаловать домой. Домой? Мы тебя так долго ждали, Каролина. Меня? Ага. Без тебя тут жизнь не в радость, малышка. Не знала, что у меня есть другая мама. Само собой. У всех есть. Правда? Ага. И если ты наконец-то наелась, давай поиграем. То есть в прятки или типа того? Превосходно. Обожаю в дождь. Играть в прятки. В какой дождь? Ха. Боже мой! Привет, Каролина! Привет, привет, привет! Как дела, детка? Здравствуйте. Эй, как твое ничего, кошелка? Где твои калоши и шлем, подруга? Офигенно! Вот это круто! Вы-то как тролли! Я так жду каникул, вы ведь приедете? Мы уже здесь, Каролина. Гон в Орегон. В седло, малютка, я покажу тебе кое-что. Это ж с ума можно сойти! Мама говорила, что тебе понравится. Боже, она тебя как облупленную знает. Не могу это смотреть. Готова свернуть себе шею, Мириам? Вся наша жизнь театр, Эйприл. Наша куколка, это тебе. По традиции черные, но если предпочитаешь розовые, или, может, ярко-красные, или желто-зеленые. Хотя я буду завидовать. Да ни за что! Не нужны мне пуговицы вместо глаз! Но придется сказать «да», чтобы остаться тут. Она такая острая, что ты ничего не почувствовал. Ой! Замри. Стой! Это же цирковая мышь! Я и в лучшие времена крыс недолюбливал. А это хотело тревогу поднять. Хорошая киса. Ах ты смеешь не слушаться меня!